Здравствуйте, с вами программа «С легким паром» и я, Алексей Чернушенко. Сегодня мы поговорим о строительстве бани. Ведь для того, чтобы баней пользоваться, ее нужно сначала построить. Процесс это не быстрый, достаточно сложный, щепетильный, состоящий из массы нюансов. К сожалению, в одной программе ответить на все актуальные вопросы, как, что, почему, из чего, совершенно невозможно. И мы сегодня коснемся основных вопросов, а прежде всего экологичности бани. Ведь построить нужно не просто какое-то сооружение, в котором стоит какая-то печь и дает высокую температуру. Построить нужно ту самую баню, в которой мы будем получать и удовольствие, и здоровье. А поможет нам ответить на эти наиболее актуальные вопросы наш хороший знакомый Андрей Курышев, в гостях у которого мы сегодня и находимся. Добрый день, Андрей. В наших предыдущих передачах мы уже вкратце с вами обсуждали всевозможные вопросы строительства бани и с несколькими банями подробно познакомились. Мы говорили о том, что лучшие бани, конечно же, получаются из дерева, вне зависимости от применяемого конкретно вами материала, будь то брус, струганное бревно, цилиндрованное бревно. Наиболее частый вопрос, который нам задают наши телезрители, Андрей, это то, чем же нужно баню утеплять. Баня же должна хранить свое тепло, отдавая его нам. С одной стороны, это так. Это еще связано с тем, что у нас так в массовой информации, в средствах массовой информации развернута вот истерия по утеплению в том числе и домов, и люди тоже думают и понимают, что баня, как наиболее теплый вид дома, тоже должна требовать утепления, прежде всего, очень хорошего для того, чтобы меньше, наверное, дров использовать там, для того, чтобы... Избежать теплопотерь. Да, избежать теплопотерь. Во-первых, в отличие от домов, которые топятся постоянно, круглый год и зимой, бани используются довольно редко, практически там, может быть, час-два она находится в натопленном состоянии. Ну, и... в любом случае, несколько часов, а да, не несколько дней. Несколько дней, да. Она... Это помещение, которое находится горячим очень короткое время. И нету никакого смысла дополнительно применять меры по ее утеплению, потому что вот тот тепловой удар, как бы, тот выплеск тепла, который происходит, он настолько быстрый, что обычная деревянная, отдельно стоящая даже баня, у нее не успевает бревно прогреться до конца. То есть вот когда начинается сам процесс парки, он заканчивается, и только тогда уже тепло у нас доходит до внешней стороны стены. Утеплять отдельно стоящую баньку нет никакого смысла. То есть я правильно понимаю, если сруб построен грамотно, если он правильно и хорошо проконопачен, да, утеплять то его... утеплять баню совершенно не нужно, и никаких теплопотерь бояться при этом нет, не стоит. Никаких теплопотерь не нужно бояться, да, потому что они, ну, они несоизмеримы. Это в лучшем случае будет лишняя пару дровин. Имеет смысл говорить об утеплении, если у вас помещение бани интегрировано в дом. То есть встроено. Встроено в дом. То есть вот где-то либо оно среди комнат, либо оно, может быть, в подвальном, цокольном помещении. Или в качестве пристройки. Или в качестве пристройки. Там почему следует утеплять баню? Потому что, когда вы разогреете это помещение, тепло неизбежно будет уходить в другие комнаты и будет перегревать их потом. То есть, по сути своей, речь идет даже не об утеплении, а о теплоизоляции. О теплоизоляции. Именно теплоизоляции помещение такое требует. Это просто приведет к дискомфорту, потому что жить в соседних жилых помещениях будет нехорошо. Ну да, когда ты комнату не собирался использовать никак в качестве бани. Да, никак в качестве бани, в ней стало жарко, ну, можешь форчики, конечно, открывать. Нет, ну это неправильно, согласен. Но это не лучший выход. Так и чем же тогда в данном случае надо утеплять? Ведь если сейчас залезть в интернет или поговорить с нашими великими строителями, которые торгуют всякой всячиной на рынках, на строительных, там ведь чего только не предложат. Я как-то задавал этот вопрос, начиная от пенопласта и минваты, заканчивая всем, чем только можно. Да, вот абсурд ситуации состоит в том, что как раз, к сожалению, ничем практически, что продается на наших строительных рынках, баню утеплять не нужно. То есть утеплить можно с технической точки зрения. Ну да, тепло-то сохранится. Тепло сохранится, да. Но при этом баня перестанет быть экологически чистой, и вместо банной процедуры оздоровительной мы получим просто ее иллюзию. Ни в коем случае нельзя использовать для утепления бани никакие пенопласты. Ни обычный пенополистирол, так называемый белый,
вот, упаковочный, который везде продается. Ну, конечно, он после 60 градусов начинает выделять такую дрянь. Да, у пластиков очень сильно идет деструкция материалов после 60 градусов. Да. Ни экструзионным пенополистиролом, ни минватами, потому что в минваты используются фенолы, фенолы тоже начинают выделяться. Если минваты без фенолов, то они тогда будут сыпать через неизбежные отверстия от гвоздей каких-то, даже если изолировать помещение сауны от этой минваты, все равно остаются проколы от гвоздей и прочее, то есть будет выделяться микропыль стекловатная, стеклокаменная. Несмотря на то, что производителям специально якобы производятся минваты, уже покрытые фольгой, для утепления саун, но, тем не менее, их все равно нельзя считать экологически правильными. Единственное, чем можно утеплять баню, как ни странно звучит, это, в общем, войлок, например. Ну, как природный, естественный, Естественный утеплитель. Во всяком случае, точно не газит и никакой пакости ни при какой температуре не выделяет. Да, но войлок не продается на строительных рынках у нас. Может быть, какие-то виды пробки, но при производстве пробочных покрытий различных, я уверен, тоже используются... Опять же, клеи и опять все это... Клеи, какие-то фенольные компоненты. То есть, несмотря на кажущееся разнообразие материалов, в общем, кроме войлока... И фольги. И фольги, да. Фольга нужна, она не столько нужна для утепления, сколько фольга нужна для пароизоляции этого войлока. Потому что войлок очень гигроскопичен. Да. И в бане обычно делают, когда мокрый пар там добавляют воды, то там очень повышается влажность. Конечно. Для того, чтобы влага не впитывалась в войлок, как раз и используют фольгу. Некоторые говорят, что фольга обладает теплоотражающим эффектом. А это так, но если это будет у нас открытое пространство. Дело в том, что открытую фольгу в сауне или в бане никто не оставляет, конечно. Ее зашивают досками, как правило. Она под вагонку уходит. Конечно. Она уходит под вагонку, а там ни о каком лучевом теплоотражающем эффекте уже речь не идет. То есть фольга используется именно для пароизоляции. И я бы не советовал использовать для пароизоляции... Опять же, пластиковые пленки, которые продаются на рынке, по тем же самым причинам, потому что это пластик. Еще один момент хотелось бы сказать о том, что когда мы находимся, например, если мы опять говорим об отдельно стоящей бане, из бревенчатой, когда у нас открытое бревно внутри, то оно обладает таким замечательным свойством, как сглаживает нам температурные и гидроудары, которые происходят в сауне. Это своего рода такой демпфер. Потому что если у нас помещение будет хорошо утеплено, например, и гидроизолировано, то вот эти парные процедуры, они будут как бы очень сильно ударять. Вот да, мы кинули пар. Резкий удар. Резкий и удар. И температурный, и влажностный удар. А бревна отдельно стоящей бревенчатой баньки, деревянные, они вот эти гидравлические температурные влажностные удары очень сглаживают хорошо. То есть для организма принимают на себя. Это более щадящая и правильная с экологической точки зрения процедура. Вот смотрите, мы сейчас с вами коснулись всего лишь одного момента – утепления бани. Итак, если вы строите баню отдельно стоящую, кроме качественного, нормально проконопаченного сруба с применением природных материалов в виде мха, или льна, или пеньки, или войлока, никаких других теплоизоляторов вам не потребуется. Если вы встраиваете баню в свой дом, наиболее хорошей теплоизоляцией и пароизоляцией будет некий комплекс, состоящий из металлической фольги и войлока под ней. Все банные печи, вне зависимости от их конструкции и мощности, я бы разделил на три класса. Первое – это печи металлические, дровяные. Второе – это печи каменные, дровяные. И третье – это печи электрические. Какую печь выбрать и почему, какая лучше и какая хуже, нам сегодня расскажет Андрей Курышев. Давайте, наверное, начнем с того, как всегда, от противного. Какую печь лучше не выбирать? Я расскажу вам короткую историю, значит, о печах электрических. Дело в том, что промышленность в середине прошлого века, в 50-60-х годах, в Америке освоила производство нового тогда вида электрических изделий, электротены, вот в том виде, в котором
мы знаем их сейчас, как они используются в котлах, в печах, в электрочайниках. И как это обычно бывает в мире бизнеса, когда появляется какой-то новый продукт, маркетологи сразу думают, куда его можно применить, грубо говоря, к чему его можно привинтить. Ну, в чайниках кипятить воду – это хорошо и правильно, и прочих. Вот в Финляндии была придумана некая концепция, которая на самом деле никогда не существовала. Она стала называться якобы «финская сауна». Сауна с сухим паром, как называется. Сухим паром – это, на самом деле, отсутствие какого-либо пара в ней. То есть это просто теплый воздух. Потому что печи, сделанные на этих электротенах, не могли давать ничего, кроме теплого воздуха. Поэтому была объявлена концепция, что вот якобы есть особый род финских сухих саун, которые вот каким-то другим образом, но тоже хорошо влияют на организм. И вот началось массовое производство и увлечение финскими сухими саунами именно на электропечах. И вот увлечение это было 60-е годы, 70-е, 80-х. От этого в Финляндии в самой прежде всего многие отказались, потому что выяснилась такая очень нехорошая особенность этих сухих саун. Дело в том, что для того, чтобы организм начал потеть, его, естественно, нужно поместить в теплую среду. Сухой воздух, он гораздо меньше переносит тепла, чем пар, конечно. Чем влажный воздух. Конечно. Потому что вода – это самое теплоемкое вещество на Земле, и его наличие в воздухе сразу в разы повышает вот этот коэффициент теплопередачи, теплопереноса. Да. Для того, чтобы вспотеть вот в такой сухой сауне, мы вынуждены использовать температуры более 100 градусов. Вот 100, 110, 120 градусов. Многие вот считают это геройством. Да, некоторые говорят, вот я там парился 120 градусов, и мне ничего. Дело в том, что ну, мало того, что сохнет кожа при сухом и горячем воздухе, это для кожи тоже очень плохо. Там сохнут волосы, это еще тоже полбеды. Но оказывается, в 70-х годах выяснилось массовое заболевание раком легких людей, которые часто увлекались вот таким сухим паром. Дело в том, что когда мы дышим горячим воздухом, у нас альвеолы внутри легких, там есть кровеносные такие маленькие выступы, которые называются альвеолами. Так вот, они умирают, причем умирают в массовых количествах, не выдерживая такой высокой температуры. Вот тебе ничего, да. Ничего хорошего. То есть снаружи как бы ничего особенного, но вред от такой сауны сухой – это хуже, чем от курения во много раз. Статистика существует, и она на самом деле малодоступна, об этом есть официальные материалы. Ну, стараются не кричать, да, соблюдая коммерческий интерес. Коммерческий интерес, потому что во всем этом завязано производство этих электропечек. Конечно, их используют массово, потому что это прежде всего удобно. То есть в любых спортклубах, где-то в городе, где невозможно топиться дровами. Ну да, включил датчик температуры, вот, включил поставил. Датчик температуры поставил, и люди ходят туда, сидят, и якобы они оздоравливаются. Даже если мы не имеем такой высокой температуры, потому что обычно все-таки, несмотря на то, что называют сауны, все равно плескают водичку на эту несчастную электропечку воду, вот, и получают влажный пар. Но если вы обращали внимание, то когда плескаешь воду на такую электропечку, какой-то запах такой неприятный. Есть. Как от утюга. Как от утюга именно, вот как от электротена. И если включить пустой чайник с водой, вот перед тем, как он выгорит, пахнет далеко не чаем. Вот, да, он начнет пахнуть таким вот специфическим запахом. Дело в том, что вот электротены, они, ну, некоторые говорят, выжигают там кислород из воздуха, еще что-то. Отчасти это так, но на самом деле воздух, контактируя с горячим металлом электротенов, он изменяет свою естественную ионизацию. Дело в том, что у воздуха, кроме параметров чистоты, там, наличия кислорода и прочих газов, есть такой параметр ионизации. Это своего рода электролизация молекул воздуха. Ну, правильно. Причем после грозы дышится, да, легче. Да, там присутствует. А вот в плохой бане не дышится вовсе. В плохой бане не дышится вовсе. Да, и вот когда мы выходим на природу, сосновый лес, запах поля,
запах моря. Это на самом деле не запах, это на самом деле ионизация. И вот как раз ионизацию эту, раскаленный металл, он меняет положительные ионы на отрицательные, как раз ненужные нашему организму. И если в такой комнате, даже с низкой температурой, вы проведете длительное время, то вы почувствуете вплоть до головной боли. Угу. То есть воздух там вот, мертвый, нездоровый воздух. Итак, вывод напрашивается сам собой. Как бы то ни было, от электрической печи в бане и в сауне отказываемся раз и навсегда. Никакого здоровья она нам не подарит, даже сэкономив наше время на заготовку дров. Следующий вариант. Печь дровяная, но металлическая, как в данном случае. Наверняка же тоже есть свои плюсы и свои минусы. Да, печь дровяная, металлическая – это лучший, конечно, по отношению к печи с электротенами вариант. Ну, лучше чем? Во-первых, мы топимся дровами. Значит, дрова все-таки, как мы сказали, дают много тепла. Да. Но, тем не менее, все-таки эта печь металлическая. Мы имеем здесь все равно те же проблемы ионизации, как и в печи с электротенами. Хотя здесь уже есть большой плюс, потому что эта печь дает у нас инфракрасное тепло. Дело в том, что электротены, они греют на 90% воздух. Потому что они закрыты кожухами и прочим, и мы от них не видим инфракрасного тепла. А самое полезное тепло для человека – длинноволновое, инфракрасное тепло, потому что оно проникает, в отличие от воздуха. Вот если мы будем нагревать руку воздухом, то воздух прогреет только поверхность руки. Да. А инфракрасное тепло прогревает тело на несколько сантиметров. Внутрь. Наверняка многие наши зрители, кому довелось побывать в разных банях, как говорится, на собственной коже ощутили эту разницу. Где-то чувствуешь, есть жар, есть высокая температура, а тепла глубокого, доброго нет. Да. А где-то наоборот, вроде на градусник ты смотришь, всего 70-80 градусов, а тебе так тепло, так уютно. Это зависит не только от термоизоляции или от того, какой вагонкой вы отделали свою парную. В первую очередь это зависит от выбора печи. От того, какое тепло она дает, конвективное или лучевое. Мы стремимся к тому, чтобы печь давала лучевое тепло. Дровяная печь дает лучевое тепло, даже если мы откроем вот нашу дверку. Чуть-чуть хотя бы. Да, уже будет там температура горения порядка 500-600 градусов обычных дров. Да. Это уже хороший луч, который потом распространяется по помещению. Плюс, опять же, камни. Плюс камни, да, нагреваются. Но, тем не менее, мы видим, что с точки зрения безопасности, потому что все, в общем, у нас сейчас все, мир становится безопасным. Конечно. Вот, у нас печь накрыта кожухом металлическим. То есть внутри у нас есть раскаленный, собственно, корпус. Топка. Топка, да. А вот этот металлический кожух, он защищает нас от раскаленного, но в то же время он защищает нас от инфракрасных лучей, так нужных нам. Здесь безопасность и, как сказать, правильность печи, они входят в конфликт. Итак, металлическая дровяная печь – некий компромисс. Это уже лучше, чем печь электрическая, но в любом случае, это печь, обладающая своими недостатками. Прежде всего тем, что она, опять же, несет отрицательную ионизацию воздуха. Конечно же, лучший вариант, насколько я понимаю, это печь каменная. Каменная, да. Не все себе это могут позволить. Печи каменные достаточно высокогабаритные, достаточно тяжелые. Но именно они дают то самое глубокое тепло, тот самый замечательный пар, который так ценится в бане. Всего в нескольких километрах от дачи Андрея, в маленькой деревушке, в ближайшем Подмосковье, мы отыскали и вовсе уникальный образец печного банного зодчества. Вот такое вот сооружение, состоящее сразу из нескольких вещей. Во-первых, из каменной топки, из достаточно просторной, куда у нас подкладываются дрова, естественно. Такая вот топочка-лежаночка. Дальше, вот из такой камеры сгорания, металлической, но наполненной камнями. Камни здесь греются не просто так, а непосредственно в дымоходе. Ну и далее сам уже по себе дымоход. Вот такой очень интересный микс. При этом, при всем, печь сочетает в себе и
каменный материал, и металлический материал. Как утверждают владельцы этой маленькой древней бани, жар она дает вот такой. Давайте послушаем мнение специалиста о конкретно вот этой печи. Пусть она и старая, пусть она и древняя, изготовлена она исключительно из подручных материалов. Но тем не менее, раз пар получается добрый, значит такое сооружение вполне имеет право на жизнь. Здесь мы видим, конечно, печь, сделанную из подручных материалов, наиболее доступных и наидешевейшим способом. То есть кирпич найден неподалеку, кусок металлической плиты и вот кусок бочки и, по-моему, диск от какого-то грузового автомобиля. Да. Но, несмотря на это, какие достоинства у нее есть по сравнению даже с той печкой, которую мы дровяную видели вот у меня? Здесь материал непосредственно горячий. То есть вот этот камень, этот металл, все это вплоть до трубы будет отдавать лучевое тепло. И отдает лучевое тепло. Вот если бы эти металлические элементы были бы сделаны из камня тоже, в принципе, они не или выложены из кирпича. То есть вот был бы сделан кирпичный низ, здесь было бы тоже кирпичное верх, и труба была бы прилично сделана из кирпича. Это была бы, на самом деле, с точки зрения лучевого тепла, с точки зрения экологии, очень хорошая печка. Она, в принципе, и сейчас неплохая. Единственное, что вот металл, конечно, тоже здесь опять будет ионизировать, меняет ионизацию воздуха. И она еще устроена таким образом, что пар поддается вот в эти камни, которые нагреваются до очень высоких температур выходящими газами, ну, градусов 200-300 точно есть на них. И сначала нужно, натопив печь, закрыть поддув и доступ воздуха, кинуть туда влаги и сразу закрыть заслонку, открыв, чтобы сажа первый раз пролетела вверх. Вместе с остатками дыма. Да, вместе с остатками дыма печь была бы заглушена уже практически. А потом, когда там все прогорело, то большое количество пары, вот эти камни генерят большое количество пары, он вылетает сюда и наполняет вот это маленькое помещение паром, делая как раз хорошую, вот именно парную, мокрую баню. Печка построена абсолютно из подручных материалов, буквально за 3 копейки, и в любом случае обладает гораздо более целебными, полезными и правильными свойствами, чем самая модная электропечь. И здесь устроено так, что моются люди, потом, когда пройдет пар, а вот открывает окно, все быстро выветривается, моются в этом же помещении. Но, строго говоря, вообще это, конечно, неправильно мыться в том же помещении, где паришься. Ну, парную от... Парную всегда отделяют от помывочного. Да, от помывочного отделяют. Дело в том, что мыло, которое используют сейчас, оно попадает на лавки, попадает на пол, и при нагревании вот эта щелочь, она тоже... И глаза щипят, и вообще вредно. Да, это неправильно. Но ведь древние люди, вот в Коми, например, всегда делали такие получерные печи, и они замечательно мылись там, но не мылом, на самом деле. Они мылись всегда золой. Золой, я тоже слышал. Существует уголь, а уголь очень хороший сорбент. Да. И попадая на кожу, он впитывает жир. Все, что только можно, и всасывает свои развернутые поверхности. Да, и потом, когда смывается он, в общем-то, на самом деле, мыться золой, это даже полезнее, чем мыться мылом. Конечно. Нет щелочной среды. Зола подобна промокашке, которая впитывает все и сама уходит. Вот. Поэтому люди на севере, в Коми, вот они таким образом мылись в таких черных банях, а здесь мылись золой. И зола не дает никаких вредных ни газов, ничего прочего. Много лет изучая традиции и методики русской бани, не перестаю удивляться их разнообразию и глубине народной мудрости. Вот посмотрите, классический вариант, как бы иллюстрирующий народную смекалку. Построена из самого, что ни на есть, подручного материала, а баня настолько функциональна и экологична, да еще, помимо всего прочего, имеет полностью замкнутый цикл. Здесь же и зола, здесь же и тепло, здесь же и обогрев воды, здесь же и камни, здесь же и пропарка вениками. Вот так. Что ж, сегодня мы поговорили о нескольких вариантах печей, которые могут быть применены в русской бане. Конечно же, лучший на все времена
как это подтвердит Андрей, была и остается печь каменная, потому что именно она дает доброе, глубокое тепло, которое наиболее глубоко нас прогревает и в нас проникает. Конечно же, каменная печь – это вещь, требующая серьезного подхода, зачастую фундамента, зачастую совершенно других пространств. Это вещь, мало подходящая для маленьких бань. Сегодня мы были в банях небольших, поэтому говорили о других печах. Если же у вас есть возможность побаловать себя настоящей каменной печью, не откажите себе в этом удовольствии, и вы получите то самое доброе тепло, которым и славилась испокон века русская настоящая баня.